мелкие, довольно вечер. Мелкий, но есть. Что-то сегодня плохо берет. Пару штук выдернул и все. Больше поклевок не было. У моста кидал, там тоже мелководье. Тут и трава есть, где он пасется. Пару штук дернул и все. Больше нет поклевок. Прохладно сегодня, ветерок. Утро уже стали прохладнее. Не хочет брать. Сейчас надо менять локацию. Пойдем на ту сторону. Там покидаем. Потом к Авроре пойдем. Там покидаем. Не хочет друг наш полосатый. Пойдем другую локацию искать. Пару штук здесь дернул. Зарапалась крепость. Пойдем искать другую локацию. Здесь что-то плохо берет. Пойдем по малым речкам ходить. Здесь разведку провели. Окунь не есть. Берет, но плохо. Ладно. Всем пока. Увидимся в следующем видео на другой локации. Ну какой зверь. Вот такая вот компания. Александр Сергеевич Пушкин. Здравствуй, брат Александр. Нет. Убилище надо собрать, чтобы не забыть. Ладно, а мы пойдем дальше катать. Покажу вам культурный Петербург в миниатюре. Те, кто не был в Санкт-Петербурге, для вас сделаю маленький обзор Санкт-Петербурга в миниатюре. Проходил мимо, думал, зайду, обсниму красоту Санкт-Петербурга.
спаса на крови. Это Казанский. Это у нас дворцовое адмиралтейство, Зимний дворец. Дворцовая площадь. Много снимать не буду, потому как батарейка нужна для рыбалки. Если смогу, покажу. Быстрым ходом пройдемся. Скажите, пожалуйста, мне место, где находится болото, ключи от которого являются ключами от Петербурга. Это стрелка Васильевского острова. Вот такая вот маленькая экскурсия для вас, кто не был в Санкт-Петербурге. Краткий обзор Санкт-Петербург в миниатюре. Все, а мы дальше пойдем рыбачить. Надо покажу вам немножко маршрут свой от дома до локации рыбалки. Парк. Парк.
Это вот локация хорошая. Здесь снимали много фильмов 90-х. Кафе, ресторан. Бандитский Петербург, ну и многие всяких по этой тематике. Посмотрим, что тут у нас споймается. Я так думаю, окушка всяко разом мы вытащим. Одного, двух. Ладно. Ищу, когда что-то поймаю. Всем приятного аппетита, добрым утром, подписчики моего канала и гости моего канала. Сейчас кофейку попьем и полетим. Здесь вот заброс сделал, сразу же отрыв оторвал, зацепы. Хлама много на дне всякое. Ладно, сейчас попьем кофейку, полетим. Да, здесь лучше не кидать. Там сейчас закинул, сразу зацеп и оторвал полностью снасть. Ладно, пойдем дальше, покидаем. Ну, окна-то здесь точно есть. Ну, мерзавчик попался. Такой вот кушок. Клевывает окушки, такие вот патрончики.